Два лебедя да стая уток. Уже визитка озера Кабан. Только этой весной идиллию разбавил незнакомец. К сородичам прилетел молодой лебедь. Одной из первых его увидела Раиса Загидулина. Заметила, чужака не приняли. Лебеди шипят на него, щипают и клюют. Видимо, этот самец, а тот самец свою самку охраняет, не подпускает. Я так думаю. Та же грация, те же клюв, те же перья, только цветом немножко темнее. Но почему-то здесь таких не любят. Видно, где сидят залетные, а где... все остальные. Каждое животное, оно защищает свою территорию. Ну, это же нормально. Так животные, они как бы так общаются. Я тоже считаю, что для животных это нормальное поведение. А вот тот несчастный серый лебедь, пусть другое место себе найдет. Оказалось, отверженный вовсе не чужак. Это сын лебединой пары. Как нам объяснили биологи, он и еще пятеро лебедей вылупились в прошлом году. Только теперь они взрослые птицы, и для родителей посторонние. Поэтому родители строго за этим следят. Как бы молодой птенец, который пытается к ним, так сказать, пристать, исходя, может быть, скажем так, из своих сыновьих чувств, естественно, он чужак. Однако за ним наблюдают казанские зоологи. Все это в целях многолетнего эксперимента. В планах ученых увеличить популяцию лебедей на озере. Они ждут, что и незнакомец, и его братья все же найдут свои пары и собьют гнезда. Рамиль Шайдуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань.